Всем привет, Любовь Степановна. Да. Любовь Степановна. Всем здравствуйте. Привет. Мы сейчас едем куда? Да, Настя, рассказывай. Бери еще раз. Мы едем к хозяину на получение ключей. Сейчас глаз. Мы не будем знать. Говори кому. Просто для прекрасного человека сейчас вы можете увидеть, в каких он условиях находился. Поэтому мы будем в скорейшем времени перебираться на квартиру. Тафельные вот наш тафель. Вкусняшки на месте, если вы переживали. Да. Вы же так переживали, как мы радуемся тафелю. Да, мы очень рады тафелю. Мы очень тафелю. Ребята, мне кажется, вы просто завидуете, вы вечно голодные. Конечно, они завидуют. Наверное, вот так они сидят, так с таким и говорят об этом. Покажем вам, может быть, хоромы этих квартир. Квартиры этой. А, не, наверное, не покажем. Все, может быть. Может быть, заедем на ярмарку, если вы знаете, сейчас в Германии начинаются праздники. Очень много акций, скидок. На сосиски. Айфоны по скидке, телевизоры по скидке. Ладно, сегодня мы будем, да? Заедем и, может, покажем, какие там скидочки есть. Так, на ярмарку заедем, там колбаски жарят. Ой, не шашлыки. Жареные колбаски поедим. Да. Вот. Да? Угу. А пока что мы собираемся. Так что включимся с вами. Когда приедем, да. Всем пока, до встречи. В один важный момент Любовь Степановна получила ключи. Я боюсь сейчас упасть с лестницы. Такой вот у меня подъезд. Шикарный. Такой вот. Не знаю. В общем, такой вот подъезд. Блин, сейчас. Включимся на улице. В общем, вышли мы с этой квартиры. Смотрите, как выглядит дом. Такой вот дом, шоколидор. Коридор, я уже как ты. Любовь Степановна фотографирует его зачем-то. С чем вы фотографируете дом? А вы видео снимаете? Да. А куда? Я ютуб. А вы? Я туп. Я туп. В общем, ребята... Наконец-то Любовь Степановна, обладательница ключей. Поздравляем Любовь Степановну в комментариях. Не знаю, насколько она довольна, но квартира, в принципе, нормальная. Ну, конечно, будет присутствовать давление, что они постоянно рядом, но, может, не все так плохо. Правда? Я думаю, да. Что вы молчите? Я думаю, да. Не все так плохо. Квартира хорошая. Едем там, едем. Настя, что скажет? Квартира мне нравится. Но придется подружиться с соседями. Соседи, я думала, что мы с ними подружимся. Да. Если вы будете мовить по-польскому, то будет все нормально. Надо мовить по-польскому. Буду мовить по-украинскому. Да? Где можно купить дудку? Вот в таких вот киосках здесь у нас продаются всякие. Что, электронки, сигареты. Хотелось бы взять дудку. Кофе, да, брали? Да. 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 Он недорогой. Какой? Ну вот этот киоск. Кофе и сигареты. Креветки нарисованы. Как креветки нарисованы? Супермаркет. Ну, тут зайдем или в другом месте? Ну, зайдем в супермаркет. Азия. Азия. Пошли. Пойдем посмотрим. Дорогу мы опять что делаем? Стоп! Что вы делаете?
Вы хотите мандат? Мандат? Мандат чего? Штраф. Как надо переходить дорогу? Здесь нет светофора, Анечка. Есть светофор? Нет светофора здесь. Мы переходим, когда... Ладно, мы пойдем на пешеходный, я включу светофор. Мы перешли дорогу по правилам, по пешеходному переходу, по светофорчику. Как немцы. Теперь мы идем в какой-то... Здесь вот есть супермаркет. Непонятно. Асвин называется. Написано Африка и Азия. Как бы хотелось бы увидеть здесь креветки, которых я не могу себе купить. Да. Алло. Фу, что-то тут воняет. Ладно. Вот. А что так воняет? Вот такие креветки. Вот такие ставить покупал, мне кажется. Или вот с такой упаковки. Тигровые. Да. Дыхать не можу. Золотая семечка. Это, наверное, русская может. Хорошисты, что вы здесь за запахом? Расскажите. Что это? Какие тут рыбки. Порошка. Это точно. Такой магазинчик, не знаю. Моя Африка. Селедка какая-то в томате, походу. Рис. Что тут еще? Какие-то приколы. Специи. Ну, не знаю, запах здесь вообще неприятный. Да я не знаю, что это такое. Ничего интересного нет. Что? Запах, говорю, тут вообще неприятный какой-то. Ладно, ребят. Что это такое? Вермиши, горох, фасоль, все вместе. Это не вермиши. Что непонятное. Евро 49 стоит. Это чипсы. Честно, по запаху не могу вообще. Вы что, чипсы опять хотите? Нет, я не хочу чипсы. Все, ребят, мы будем, наверное, выходить. Здесь мы ничего не... Ребята, как я и говорила, мы взяли на 1500 тях. Мы довольны, потому что здесь найти на 1500 тях вообще нереально. Вот Люба, вот там вот наша ярмарка. Шикарно. Вообще там красиво. Ну, тут, конечно, не видно, но вообще здесь у нас будет вообще красиво. Когда если снежок чуть-чуть выпадет, вообще будет шикарно. Так что я вообще очень рада, за 8 евро 1500 тях, это вообще новинка, тем более Эльф Бар, а не какой-то там левый бренд. Так что, ребята. Вы на картине? С вас можно картину писать. Вы что, грустите? Нет, я смотрю, это ваш дом вот следующий? Да, да. Поворотом, да, да. Да, вот да, да, да. А здесь рядом и наш дом. Теперь мы будем жить вообще по соседству. Мы же теперь вообще друг от друга не отстанем. Мы через друзья. Площадь, через площадь. Да. Площадь. Это хорошо, что мы здесь все рядышком. Так что, ребята, пока не знаю, заканчиваю я наше видео или не заканчиваю, но желаем всем хорошего настроения и мирного неба над головой. А вы... И мы желаем этого. Чего молчите? Мы тоже желаем. Настя, что ты сейчас смеешься? И хорошего вечера. Пятница сегодня. Черная. Чтобы все купили себе хорошие подарки. О. Да? Вам подарочек был уже ключик. А мне вот подарочек. Спасибо ей. Вот подарок. Эльф Бар, ребята. Вообще не пропагандируем курение, но просто за эти деньги здесь найти на 1500 тях было нереально. Им это не интересно, они не курят. В общем, естественно, мне интересно, потому что мы любим конфеты, сладкое, шоколадки. Ну да. В тафеле жаль не дают. В тафеле жаль не дают. Сейчас вас цыгане накормили.
вообще, этим, да. Пряником. Вкусный это, пряник? Пряник обалденный был, шоколадный. Очень и газировки нам налили, и водички. Так что я сейчас хочу распаковать, уже не имется. Поэтому, ребят, если что, включимся чуть-чуть позже. Все, всем пока. Пока-пока. Чус. Короче, ребята, плохие новости. Эльф-бар оказался подделкой. Я вбила этот код, который на упаковке. Типа проверить на подлинности. Короче, я проверила. И написано подделка. Типа не срабатывает код. И мы попробовали, вкуса нет. Вообще тошнит от него, так что считайте, что выкинули 8 евро, просто коту под хвост. Что понюхать? Ну просто запах понюхать, но вкуса нет никакого. Так что, ребята, видите, как повелись мы. 8 евро, он должен, наверное, больше 10 стоить, 1500 евро, потому что 600 затяг стоит 10 евро, оригинал. А мы повелись на... Так что мы вообще расстроены, ну как мы, я, Настя, не знаю. Сейчас мы пойдем смотреть на наши прекрасные скидки. Я не знаю, пойдем мы или нет. Давай, пойдем, может, вам покажем. Чтобы туда идти, надо иметь кэш. Не, ну ради интереса пойти посмотреть, просто интересно. Может быть и пойдем. Может быть и пойдем. Телевизоры, айфоны, сейчас по скидке, сейчас 11 айфон по скидке. Он стоил 400... 500 он стоил. 500 стоил, сейчас за 397 ну, можно взять. Ну, наверное, на 64 гигабайта. Блин, написано было бы. Ну, да. Все-таки скидка присутствует. Ну, можно походить, посмотреть. Так что ну, так, ребята. Пока-пока. Целую тебя, пока. И до скорых встреч. Все, решили свой вопрос? Да, ну, нет. Связи нет. Связи нет, да. Ну, вот. Вот что делает Русняша. Не можем дозвониться ни родственникам, никому. Абсолютно. Спасибо прекрасным русским террористам. Угу. По-другому не назвать. А то, что вы все там пишете, ох, вам это так нужно. Хотела вы думаете, что мы бежали из Украины из-за бедности, вот то вы пишут. Ошибаетесь. Сами те, которые вы живете там в Подмосковье, одна деревушечка в вашем селе прекрасном, которого нет света. Не знаю даже, что такое туалет в доме. Что не начинайте писать бред, реально. Расистов мы будем блокировать. Поэтому будете писать гадости, будете подать в блог. Вот и все. У Насти аж взгляд поменялся. Так что адекватным людям, опять-таки, молчу. Мы всегда рады. И каждому подписчику мы рады. А неадекватов просим куда-нибудь туда, за русским кораблем. Так что, ребята, если что, мы еще включимся, а если не включимся, то мы просто поехали домой. Все, пока. Какая тут у нас ярмарка. Это у нас в центре. Всякие колбаски жарят, все такое. А мы пойдем в торговый центр, посмотрим, что там у нас сегодня есть. Это же сегодня черная пятница. А? Поэтому да. Сейчас пойдем и включимся, если что-то интересное найдем. Настя сейчас вам расскажет, есть тут скидки или нет. Ну? По сути, скидок нет. Они как бы полный бред. Тут нет. Может быть, какая-то скидка на одну вещь попадется. И то это надо размер какой-то. А на самом деле скидка это как? Заходите, ищите футболку на лето и все. Хорошие, качественные, красивые вещи нет. Да. Поэтому мы просто уже будем уезжать. И все, без настроения. Так что, ребята, встретимся в следующем видео.